Вот. Средний темп бегом. Марш. Ежегодная всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» направлена на пропаганду профессии полицейского и здорового образа жизни. Сотрудники полиции встретились с учениками начальных классов на базе военно-спортивного клуба «Гренадер» имени Виталия Бубенина. Представители общественного совета провели с детьми профилактическую беседу о вреде курения, алкоголя и наркотических средств, о пользе здорового образа жизни и занятий спортом. Ребята посмотрели документальный фильм «Вместе против наркотиков», а после заместитель председателя сочинского общества «Динамо» Дмитрий Лизнов провел с детьми разминку. Ребятам продемонстрировали и основные приемы самообороны. От такого урока физкультуры школьники остались в восторге.